Ну, мои дорогие, начинаем смотреть, какие у нас новинки, находки в секонд-хенде. Вот на входе сразу у нас обувь. И некоторая обувь смотрится прям совсем невыношенной. И даже почти новой. И даже стоит хорошо. Я бы, конечно, за такую обувь не дала бы хорошие деньги за поношенную. Но многие, знаете, носят разношенную, хотят разношенную, потому что ножки больные, и разношенная как раз само то. Я Чебурашки там тоже тепленькие уже есть. Народ со страшной силой, мои дорогие, ходит, выбирает себе. Посмотрим шапки. Причем народ всех возрастов, клиенты секонд-хенда, покупатели, да? Наверное, слово это нехорошее, да? Первое сказанное. Вот покупатели. Посмотрите. Шапка даже в русском стиле. Теплая наверху. И даже берет. А слушайте, мне бы он мог бы даже подойти, потому что он большой. Ну, слушайте, 300 крон. Цены тут, конечно, хорошие. Ну, может быть, это какой-то отборный секонд-хенд, я не знаю. Но написано, что отобранные товары, да, от Вальда. Отобранные, избранные. Ой, помню, по приезду купила себе юбку джинсовую в секонд-хенде. Все хотела похудеть. Но вместо похудеть случилось ожирение. Почти все тут жиреют. Когда приезжают, замуж выходят, начинается ожирение. Потому что двигаемся мало здесь, поэтому я стараюсь не ездить на транспорте, все равно ходить, потому что если не будешь ходить, вообще ожиреешь. Вещи я трогать руками не очень люблю, потому что они обработанные. Они обработаны, и потом руки надо мыть, а где их помою, да? А то, что сприт, как это называется там, антисептик возьму для рук. Ну, что тут грязь разведу по рукам и все. Вот посмотрим Чебурашку. Но она видно, что тоже Чебурашка побывавшая в некоторых уже местах. Ну, мои дорогие, идем на улицу. И на улице, конечно, такой красивый вид у нас. И вот посмотрите, стоит велосипед с доставкой, да? Ну, велосипед, на котором делают доставку. Такие велосипеды с доставками очень популярные. Вывешивают, да, вот так вот платье вывешивают на улицу. И ничего не крадут, насколько я знаю, с улицы. С вами была Александра. Подписывайтесь, пишите мне. Ах, ну да, ну куда же мы без шпица? Ну куда же мы без шпица? Они кругом.